контакт с Александром Грантом и его очередным контактом. Но, друзья мои, сегодня я уподоблюсь пушкинскому коту, который бродил на цепи вокруг дуба и в одну сторону заводил песню, а в другую сторону делал еще что-то. Но песню, которую вы сегодня от меня услышите, будет на старый лад, но, естественно, коснется несколько новых аспектов. Ну и начну я, как всегда, или как довольно часто в моих передачах, с последних сообщений, в общем-то, на криминальную тему. Итак, сообщение пятидневной давности. В Федеральном управлении по борьбе с наркотиками DEA, Drug Enforcement Agency, сообщили о задержании в Бронксе у границы с графством Вестчестер крупнейшей на сегодня партии наркотика фентанил. Почти 300 тысяч таблеток и больше 20 фунтов фентанила в порошке. Все это было обнаружено в квартире дома на Бронкс-Ривер-Парквей, где также нашли полуавтоматический пистолет, гидравлический домкрат, предположительно для взлома дверей, и 11 навигаторов GPS. Двух обитателей квартиры арестовали, их данные не сообщаются. Параллельно было обнародовано сообщение Drug Enforcement Agency, в котором это управление предупреждало публику или общество о тревожных признаках распространения цветных таблеток фентанила по всем Соединенным Штатам. Далее тут говорилось, что с августа этого года DEA и наши партнеры-правоохранители изымали ярко окрашенные таблетки фентанила в 26 штатах. Окрещенные радужным фентанилом, rainbow fentanyl, так как они разноцветные, журналистами. Эта тенденция указывает на новый метод, который используют наркокартели для продажи высоко распространяемого, тут написано highly addictive, то есть высоко привыкаемого, там скажем, и потенциально смертоносного фентанила, который выглядит как конфетки, для того, чтобы распространять их среди детей и молодежи. Фентанил, говорилось дальше, остается самым смертоносным наркотиком в нашей стране. Согласно данным CDC, а это центры профилактики и контроля заболеваний, 107 622 американца умерли от передозы наркотиков в прошлом году, причем 66% этих смертей относятся к фентанилу. Отравление фентанилом стало лидирующим убийцей американцев в возрасте от 18 до 45 лет. Вот такая затравочка ученого кота к сегодняшней передаче. И моим собеседником, и вашим собеседником будет уже знакомый вам по таким передачам, но в моей программе была она всего одна и не так давно, это психолог и консультант зависимых от психоактивных веществ, и созависимых, а это отдельная тема для разговора. Лиц доктор Борис Борисевич, который беседует с нами по скайпу из Израиля, где он работает в реабилитационном центре «Феникс». Борис, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Не доктор, но терапевт, психолог, не доктор. Ну я, в общем, доктор и не говорил, по-моему, я сказал консультант и психолог. Чего уж там. Вот, кстати, вот у нас первая леди Джилл Байден, она настаивает на том, чтобы ее называли доктором, потому что, хотя она и учитель по образованию. Но так уж у нас получается, что те, кто получают ученую степень PhD, а у вас, наверное, такая степень и есть, они уже автоматически могут называться докторами, причем доктор философии. Но это так. Я уже назвал себя ученым котом, поэтому мои умничания можем оставить в стороне. Так вот, вот эта напасть под названием фентанил, она в Израиле имеет какое-то распространение?
Да, конечно, это имеет место быть. Я вижу, у нас поступают пациенты, также страдающие от злоупотребления этим видом наркотика. Израилю ничто не чуждо. Мы близко духом всегда с Америкой и перенимаем все не только хорошее, но и плохое. Стараемся не отставать, как говорится. Безусловно, есть. Возможно, не с таким размахом, как в Америке, потому что здесь немножечко по-другому и регуляторная политика работает, и распространение, возможно, чуть затруднено, довольно серьезно работает и полиция, но, безусловно, наркотик на улицах присутствует довольно в больших количествах. Борис, вот когда мы говорили с вами о том, чем занимается ваш центр, мы, естественно, сосредоточились на проблемах наркомании. Мы говорили о том, что к вам поступают пациенты из разных стран, но меня интересовала, конечно, наша страна, что к вам поступают юные американцы. Скажите, возрастной ценз в вашем центре, он как-то тоже концентрируется на несовершеннолетних и на молодежи? Или к вам и старички тоже приезжают? Мы концентрируемся на людях любой возрастной группы. Основная от 18 до 45. Есть исключения, приезжают чуть младше и иногда и постарше. В основном люди, страдающие алкоголем, потому что наркомания – это все-таки заболевание молодых. И редкий наркоман сегодняшний дотягивает до долгих лет в каком-то более-менее дееспособном состоянии, при котором еще сохранилась семья, которая его поддерживает и готова отправить за несколько тысяч миль в Израиль лечиться. В нашем отделении для местных жителей, конечно же, поступают и возрастные 50, 55, 60. Но приезжают и американцы, больше страдающие от алкоголя, конечно же, да. Либо от painkillers. Ну, я помню, когда я был в Израиле, но это было довольно давно, первое, что мне бросилось в глаза, это отсутствие пьяных на улице, от чего не гарантировано, я уже не говорю про свою бывшую родину и про вашу, от чего не гарантированы Соединенные Штаты, в частности, многие европейские страны. Вот. И практически очень небольшое количество винных магазинов, в которых тогда и водки-то были считанные бутылки. Я помню, что мы в какой-то компании выпивали, и я пару раз бегал в магазин за добавкой, потому что Финляндия кончалась, или Абсолют. Вот. А мне потом в магазине сказали: все, дружок, вы всю наличную водку уже выпили. И было там, наверное, бутылок 6 в магазине. Но сейчас, наверное, все уже изменилось в другую сторону, потому что стали приезжать не только евреи. Это, опять-таки, ученый кот заговорил не о том, о чем мы собираемся говорить. Вот мне интересно то, что вы работаете как коуч, то есть консультант, с зависимыми и с созависимыми. Созависимый – это член семьи такого неблагополучного человека? Да, как правило, это член семьи, проживающий, как правило, также в близком общении с зависимым. Это человек, который постоянно с ним взаимодействует. Не обязательно на одной жилой площади, но в постоянном взаимодействии. То есть созависимость, она формируется либо у человека, и как то в большинстве случаев, еще в собственном детстве, и потом просто проявляется во взаимодействии с, например, детьми или даже внуками. Ну и все это обостряется уже в непосредственном взаимодействие с человеком, который себя уничтожает через употребление. То есть приходится выстраивать новую политику взаимоотношений. Это очень сложно здоровому человеку жить
рядом с тем, кто ежедневно, еженедельно себя убивает, ставит под вопрос мирное сосуществование с другими членами семьи. И для того, чтобы хоть как-то выживать, прежде всего, чтобы психиатрия осталась, психика, чтобы осталась здоровой, здоровая, я говорю, в кавычках, но не повредится, человек просто подстраивается под эту деструкцию и начинает развиваться созависимость, что под собой подразумевает поведение в реалиях, давайте так назовем, военных действий. То есть это постоянно... Борис, говоря шершавым языком плаката, зависимый гражданин – это гражданин, который, скажем, не может жить без наркотических препаратов, будь то героин, кокаин или ЛСД, или вот сейчас все эти фентаниловые радужные таблетки. Это понятно, это зависимый гражданин. Созависимый – это, скажем, его домработница, которая живет в их семье. Это папа или мама. То есть это люди, которые, глядя на него, сами не подвергаются воздействию этих наркотических веществ, но как-то потворствуют тому, чтобы он их принимал. Или наоборот, это люди, которые помогают коучу, чтобы он избавился от этого. То есть это ваши помощники или это тоже ваши пациенты? Назовем их нашими клиентами, наверное. Ага. Очень редко кто из созависимых. Если человека мы определяем как созависимым, то в своих ранних стадиях становления он не умеет ставить ни границы, не умеет правильно взаимодействовать с зависимым априори. Потому что если бы это было бы не так, все бы семьи сами себя бы лечили, сами бы правильно выстраивали новый уровень отношений, и все бы замечательно жили. Но этого не происходит. Даже когда к нам приезжают пациенты, скажу вам так, более 80% семей не желают взаимодействовать с нами, ничего не хотят слышать о собственном выздоровлении и каком-то обучении новым паттернам поведения. У меня уже несколько лет есть целый проект онлайн, только для реабилитации созависимых. Мы изучаем поведение, мы изучаем привычки, мы изучаем, откуда это идет, собственные травмы. Мы помогаем, мы учим взаимодействовать по-новому. И со всего моего, вот каждому из родителей мы это предлагаем, и людям извне, единицы соглашаются. У людей есть устойчивое правило. У меня проблем нет. Он или она употребляет, а я в полном порядке. Поэтому они не только наши потенциальные клиенты, но и, как правило, они пособники дальнейшего употребления зависимых. Потому что зависимый, как бы его хорошо не лечил центр «Феникс» или любой другой достойный центр, вернется в ту же самую среду людей, подозревающих, недоверяющих, живущих в полной иллюзии, и пользующихся тем же инструментарием, что и до реабилитации. Шансы зависимого в такой семье снижаются в разы. Вот я, готовясь к нашей передаче, нашел в газете «Вашингтон-Пост» следующее замечание, что американцы, вне зависимости от их партийной принадлежности, а это важно у нас в Америке, потому что идет целая война между республиканцами и демократами, именно о том, как лечить от наркомании, алкоголизма и прочего, как не лечить, какие меры принимать, какие не принимать, это уже несколько идеологизировано и политизировано. Так вот, американцы, вне зависимости от партийной принадлежности, рассматривают проблему наркомании не столько как проблему правонарушения или симптом морального разложения отдельных личностей, сколько как кризис системы здравоохранения. Вот если взять Израиль, от имени которого в данном случае вы выступаете, можно ли считать израильскую систему здравоохранения недостаточно четко реагирующей, адекватно реагирующей на проблему зависимости наркологической? Или
отнести это тоже за счет борьбы с ней правоохранителями или проблему морального разложения института семьи или системы здравоохранения в следующем. И есть ли у вас какое-либо мнение на этот счет о нашей стране? Прежде всего, к счастью или к сожалению, я не выступаю от имени всего Израиля. Могу только говорить за наш центр, за личный профессиональный опыт. У нас похожая ситуация, как и в Америке. Опять же, я не могу говорить точно за систему американскую, я могу лишь видеть плоды так называемые стараний системы американского здравоохранения в виде тех пациентов, которые к нам приезжают с тоннами таблеток и бесконечными возможностями выписывать новые, с полной засекреченностью информации от семьи и изоляции зависимого, предоставленного собственной судьбе. Но какие тонкости, это скорее вам ближе. Что-то похожее мы наблюдаем здесь в Израиле, затем за той лишь разницей. То есть да, мы видим, особенно последние годы, люди с легкостью выписывают себе препараты через врачей. Это далеко не всегда останавливается вовремя, особенно всякие болеутоляющие пачками. COVID, мы уже с вами это обсуждал, просто как лакмусовая бумажка показал весь ужас этого положения. Люди в разы умножились в своем употреблении просто через таблетки, успокаивая себя тем, что эти наркотики покупаются не на улице, а, собственно говоря, через врача. Но могу сказать лишь одно, что эта проблема – плод недостаточного внимания и со стороны социальных служб. И я не уверен, что именно медицина, можно кого-то обвинять или не обвинять, но, безусловно, стоит рассмотреть более жесткую регуляторную политику и у нас тоже, конечно же. Но это все вкупе происходит. С другой стороны, я вижу, что у нас как минимум семьи, да, имеют право сотрудничать с реабилитационными центрами, да, получать информацию. Все это не так жестко, мы не боимся каждую секунду, что на нас подадут в суд за разглашение какой-то информации. Есть четкие каноны, и не разглашается личная информация на реабилитационных процессах, но общий доступ семье, да, дается, и семьи приглашаются для взаимодействия. Без семьи сам зависимый имеет буквально копеечные шансы выйти из этой ситуации. Борис, вот когда мы сталкиваемся со случаями большими или малыми нарушений общественного порядка на улицах, будь то плевок в лицо или удар по физиономии, я уже не говорю о более тяжких насильственных преступлениях, то неизбежным реагентом на подобные нарушения – это возмущение общественности, которое сводится к одному – уберите их, сделайте наши улицы безопаснее, safe streets. Уберите этих людей с наших улиц. Это все наталкивается на сопротивление и правозащитников, и врачей. Я уже не говорю о том родных и близких этих самых нарушителей. Но вот это самое слово «уберите их с наших улиц», насколько оно применимо по отношению к наркозависимым гражданам, не только наркозависимым, и алкоголезависимым. Вот. Насколько это применимо к ним, и не попахивает ли это вот этим зловещим словом «карательная медицина», которая существовала в бывшем Советском Союзе? То есть запирать психушки, поставленный искусственно диагноз или раздутый до общественно опасных форм, там, скажем, вялотекущая шизофрения, хорошо известный вам, очевидно, диагноз,
Так вот, насколько ваш центр считает это неприемлемым, вот это самое создание палат номер 6? Борис. Да, вы слышите меня? Да, да. Отлично. Смотрите, я однозначно против любых карательных мер. Именно карательные, вот как я их понимаю, какого-либо насилия над людьми. Зависимость невозможно лечить, побороть, назовите опять же слово «побороть», «борьба». Это немножко другое. Но зависимость невозможно вылечить тем же насилием, потому что зависимость рождается в травме из-за какого-либо насилия, оно развивается в насилии, и оно достигает какого-то насильственного апогея, и те, кто выживает, попадают в реабилитационный центр. Если следующий этап после этого, следующее насилие, оно уже под знаком, так сказать, освобождения, выздоровления, то, в принципе, ничего не меняется, просто... Как мы видим, можно как угодно назвать действия, но в конце это будет обычное насилие, обычная война и так далее. Да? И меня немножечко подталкиваете к обсуждению, как правильно поступить в вашей стране, я не знаю. Я знаю только одно, что также и обычные люди имеют право спокойно ходить по улицам, и не быть атакованными людьми, которые потеряли чувство самосохранения и уважения какое-либо к другим людям. Я вижу, что происходит у нас, опять же, в стране. У нас не лежат люди на улицах. Есть не столь благополучные районы, в которых знают, их не так, к счастью, много, в которых... Эти люди обитают, их никто туда не загонял, так получилось, концентрация вот их сформировалась каким-то неизвестным мне законом, и вот так вот мы сосуществуем. Опять же, я вам хочу сказать такую вещь. Зависимый человек в активном употреблении не ищет никому навредить. Он просто находится в таком уровне боли, что какое-либо трезвое осуждение, оно исчезает. Человек живет на уровне инстинктов. Инстинкта самосохранения, как и любое другое существо, которое испытывает боль. Это нужно понимать. И те люди, которые занимаются социальными проблемами, медицинскими проблемами общества, обязаны, я считаю, просто обязаны найти вот эту золотую середину, в которой будет право наркомана, алкоголика на излечение, но и право нормального человека, как вы и я, ходить по улицам и там с детьми, и не быть атакованными каким-либо субъектом. Что касается, вот я дам пример нашего центра, и здесь вот много тоже споров. Многие наши пациенты приезжают как бы обманом. Что имеется в виду? Им у нас есть вот Марина Поза, ее компания, представители нашего центра, которые приходят в дом, делают интервенцию, и они где-то приукрашивают, они там говорят, да, ты будешь там каждый день отдыхать на бассейне, там какие-то моменты, которые хочется слышать зависимому. Люди приезжают, видят, что вроде бы и бассейн есть, и прекрасные условия, но не курорт, а реабилитация. И нам даже родители говорят, ну вот, тут обещали одно, другое. И тут мы хотим сказать, вот такого вида манипуляция, она, да, приемлема, потому что человек не принадлежит себе. И нужно правильно организовать процесс прибытия человека в реабилитацию, и тогда по истечению месяца-двух, а то бывает и трех-четырех, человек начинает обретать человеческое мышление. Повторяю, не ранее двух-четырех месяцев человек оборачивается и говорит, боже мой, неужели это был я? Не ранее.
И то, вот, что мне рассказывают мои американские друзья, которые непосредственно и работают в Америке, и живут в Америке, что вот эта бесконечная свобода, в которой зависимые спят, где хотят, где родители не имеют права узнать в больнице, какой был диагноз, мне кажется, это преувеличено, но, опять же, я не понимаю политики вашей страны, я не хочу туда лезть, но я вижу, как это влияет на человека. Люди умирают. Хотел, если позволите, прокомментировать цифры смертей, вот, которые вы озвучили в начале передачи. Здесь есть маленькая ошибка. Официальная цифра умерших от, скажем, передозировки того или иного наркотика – это всего лишь малая часть конкретно зафиксированных смертей, когда приезжает 911, и они видят, что это произошло из-за передозировки наркотиков. Но намного большее количество зависимых в агонии употребления либо поиска наркотиков умирают от ножевых, огнестрельных ранений, в авариях, в каких-то других инцидентах, и мало кто этого почему-то учитывает, но я повторяю, что эта смерть точно такая же, как и от непосредственно передозировки наркотики. Я уже не говорю про алкоголика, который может умереть просто от остановки сердца на абстинентном синдроме. Поэтому явно цифры намного, в десятки раз, я думаю, больше, чем вы озвучили за прошлый год. Нет, но если говорить о смертях, которые произошли по иной причине, но исходной точкой была передозировка, то есть человек перепринял, а потом упал и разбил себе голову, то эта смерть, естественно, несколько иного характера, и ее не следует включать в эту статистику. Меня еще вот что интересует. Если помните, был такой в годы Второй мировой войны, она же Великая Отечественная, термин «наркомовские 100 грамм». Но это уже относится к алкоголизму, а точнее к приему алкогольных спиртных напитков, а не к наркотическим. Я вот о чем говорю. Мы с вами в прошлой передаче уже касались этого, что принимая тот или иной стимулятор, воздействующий на свою психику, человек начинает острее воспринимать окружающую действительность и в хорошем, и в плохом качестве. То есть, когда в плохом он, возможно, становится агрессивнее, неоправданно требовательнее и иным способом как-то общественно опаснее. В положительном он становится чутьче, в общем-то, креативнее, потому что мы уже с вами согласились на том, что достаточно много творческих людей не то чтобы злоупотребляли, но грешили наркотиками. Так вот, неизвестно ли вам что-либо о том, что государственные структуры могли бы использовать наркозависимость в каких-то, скажем, государственно необходимых целях, я так мягко оборачиваю, то есть создавать какие-то повышенной смертоносности роботы, человечные убийцы, которые под воздействием наркотиков одерживают гораздо больше ратных побед, нежели простой человек, или вот эти же самые 100 грамм, которые дают солдату перед атакой для того, чтобы он шибче воевал. Вам что-нибудь известно про это в сегодняшнем мире? Честно говоря, нет. Я бы не хотел, наверное, говорить о том, с чем не знаком лично. Ну, понятно. Но опять же, со Второй мировой войны, то, что, да, это известные факты, употребление также и наркотиков намного больше, чем 100... вот это, как называется, то, что пили алкоголь в каких-то умеренных количествах. Безусловно, процветал и алкоголизм. Вообще любая война, она порождает волны, бешеные волны алкоголизма и наркомании. И убивает взрывная волна войны, косит намного больше людей после войны. И после Вьетнамской войны, и Великой Отечественной пришли миллионы травмированных людей, которые многие начали искать обезболивание.
И, безусловно, кстати, скачок лучших терапевтических изысканий в мире были как раз после Первой и Второй мировых войн, да, то есть это известный факт. Ну, хорошо, тогда, друзья мои, сейчас мы прервемся на пару минут рекламной паузы. Вопросов у меня очень много, а ответов у моего сегодняшнего собеседника не меньше, и слушать его все интереснее. Итак, через пару минут мы продолжим нашу беседу с коучем, консультантом реабилитационного центра «Феникс», который находится в Израиле. Вы, наверное, уже имели время и способность записать и телефон этого центра, который был написан внизу наших экранов по ходу передачи. А потом мы еще раз повторим это. Итак, оставайтесь с нами. Hello, friends, and welcome. For those of you who don't know me, my name is Elliot Bogart. I have been living in New York for 32 years now, and I'm engaged in making the dreams of successful people come true. Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Медицинская халатность. Халатность травмирует, халатность убивает. Вопрос. Как быть, если вам сделали колоноскопию или маммографию и сказали, что все в порядке, а потом оказалось, что у вас рак? Что делать, если в результате поздней диагностики рака вы теряете близких? Ответ. Марк Басикас, 1-800-АДВОКАТ. Я не только представлю ваши интересы в суде, но и сделаю все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в трагических ошибках или халатности. Марк Басикас, 1-800-АДВОКАТ. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535. Чтобы быть успешным по жизни, нужно быстро соображать, четко слышать и ясно видеть. С первыми двумя у меня все в порядке, а вот зрение чуть подкачало. Это я во время лазерной процедуры LASIK в новой клинике доктора Леонардо Блея. 3 минуты на правый глаз и столько же на левый. Теперь я читаю, пользуюсь компьютером и вожу машину без очков. Всего 6 чудесных минут LASIK у доктора Блея изменили мою жизнь. Кто следующий? Впервые в Америке. Лауреаты международных конкурсов, вокальная группа Брея Сонорес с большим туром по Америке. Мировые хиты, живой звук, уникальные голоса. Совместно в программе участвует известная рок-певица Ксана. Брея Сонорес и Ксана. Шоу «Адажио любви». Не пропустите. Еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Контакт», в которой сегодня участвует ее постоянный ведущий, ваш покорный слуга Александр Грант, и наш собеседник из Израиля по скайпу Борис Борисевич, которого можно назвать клиническим психологом, кризисным консультантом зависимых от психоактивных веществ и созависимых, автором, вернее, основателем то, что он называет «школа неотложка», такого же профиля. Во всяком случае, человека, который помогает зависимым от наркомании, алкоголизма и еще от одного общественного недуга, который не менее отягчает жизнь семей, да и трудовых коллективов и государства, это азартные игры, о которых мы до сих пор не говорили, но, наверное, сейчас впору поговорить.
Но до этого вот я коснулся вот этой самой запретной темы, в которой доктор ничего не понимает, потому что не хочет, да ему это не интересно, о том, применяет ли государство психотерапию или психотерапию в своих целях и не создает... То есть вы все смотрели эти фильмы о том, что и роботы наполовину человек, наполовину машина, и солдаты-убийцы, которых играет там, по-моему, Клод Ван Дамм, что все это как бы есть. Есть это на самом деле или нет, не знаю. Но, доктор, у меня вопрос. Не кажется ли вам, что в результате того, что сейчас творится, а я имею в виду войну на территории Украины, все это в итоге в какой-то степени прибавит вам клиентов, зависимых от наркомании или алкоголизма в результате этих военных действий, потому что это и огорчение, и горе, и горечь потери близких, и социальное возмущение. Все это не может не давить на психику, и люди начнут искать выхода из этих тисков самыми разными способами, доктор. Да, спасибо за вопрос. Но это, в принципе, продолжение того, что вот до рекламы я уже сказал. Любая война в особенности, она прародительница новых травм очень серьезных, обрушений личностных. И если это даст нам новых клиентов, не знаю, но это точно даст огромное количество, десятки, я не знаю, если не сотни тысяч людей, которым потребуется профессиональная психологическая, а некоторым и психиатрическая помощь. Дай бог, если кто-то попадет к нам, либо в другой квалифицированный центр, или просто к профессионалам, которые знают это дело. Но реальность такова, что многие обратятся просто за обезболивающими препаратами и не попадут никому. Это люди, которым толпами пойдут либо к наркотикам, либо к алкоголю, и попадут в эту бесконечную воронку. То есть нужно понимать, не каждый человек, который нашел утешение в веществе, попадет когда-либо в реабилитацию. И не каждый человек, который травмирован и испытывает боль, найдет свой наркотик. Есть огромное количество людей, которые умирают в депрессии, садятся в тюрьму за тяжкие телесные в депрессии и так далее и тому подобное. То есть наркотики, алкоголь – это уже, я называю, наверное, второй стадией решения проблемы. Первое – это выплеск. Это выплеск либо наружу, либо внутрь. Это начинается процесс самоуничтожения. И потом, если человеку посчастливилось, это действительно так, он находит себя в алкоголе или наркотике, и это действительно поначалу ловушка в том, что поначалу это, да, делает хорошую вещь, она обезболивает. Она дает возможность человеку немножечко выдохнуть. Но ужас в том, что мозг запоминает это чувство освобождения и цепляется за него двумя руками. И вот здесь начинается уже процесс зависимости, уже потихонечку биохимия подстраивается под потребление тех или иных веществ извне. И дело времени, когда человек опускается на дно, независимо от социального статуса и умственных способностей. Причем хочу сразу сказать, у нас центр в большинстве своем приходят люди состоятельных семей, либо сами способные себя обеспечить довольно неплохо, вплоть до миллионеров. И люди умирают как и на картонах, но хочу вам сказать, так и в новом Мерседесе. Это не касается. Деградация не обязательно должна быть на уровне там, социального какого-то классового. Да? Это прежде всего внутреннее самоуничтожение и уничтожение тех, кто рядом с вами. Понятно. Но я тогда возвращаюсь вот к двум, вернее, к трем типам ваших пациентов. Это наркоманы, это алкоголики, и это люди, подверженные азарту.
Можно ли градуировать вот три эти понятия по нисходящей? То есть основной ущерб обществу – это наркологическая зависимость, зависимость от наркотиков, в меньшей степени – это алкоголизм, и в еще меньшей степени – это азарт. Или они на равных? Смотрите, мне очень сложно здесь прорисовать градации. Скажу почему. Есть наркоманы, которые довольно долгое время работают, приносят деньги в семью и просто употребляют наркотики. Тем более многие страны давно уже поставили на поток синтетические наркотики, такие как сабуксон, метадон и любые другие барбитураты, и вполне можно себе счастливо существовать в кавычках и никого сильно не трогать, пока изнутри просто это все не испепелит тебя. Ну и говорить о каком-то качестве взаимоотношений в семье не приходится, если просто вам интересно, ну, и приемлемо жить с мумией, то можно себя там попробовать. С другой стороны, есть наркоманы, которые убивают ради $100 для новой дозы крека или чего-либо подобного. По поводу алкоголиков то же самое. Есть суперфункциональные алкоголики, которые годами зарабатывают деньги, воспитывают как могут детей, и до там, не знаю, остановки сердца или цирроза печени еще очень долго, и все это где-то за облаками. Но безусловно качество отношений будет соответствующее, и травмированность домочадцев та же самая. Не будем забывать не только о созависимых супругах и родителях, но и детях. Есть даже отдельное сообщество, называется «Взрослые дети алкоголиков» или «Взрослые дети наркоманов», и которые должны выздоравливать отдельно, поскольку это уже травмированные дети. У них перевернута картина жизни, у них перевернуты ценности, у них перевернуто понимание о идеалах. Это отдельный разговор. Если брать, ну и также есть, безусловно, алкоголики, которые дебоширят, которые бьют там людей каждый день и не знаю, где-то там еще валяются, то есть есть и так, и так. Что касается игроков, здесь, как правило, то, что вижу я, есть игроки в большинстве своем, которые испепеляют себя и семью, потому что здесь очень дорогостоящая зависимость, намного больше забирающая собой, чем алкоголь или наркотик, даже кокаиновая наркомания, поскольку ставки растут постоянно, и краю этому нет. Пока человека не останавливает просто стена, либо какие-то обстоятельства физического рода. И здесь человек будет брать, пока просто не закончится, либо пока что-то, как я сказал, его не остановит. Понятно, что люди этого толка прежде всего вокруг себя все вычищают, но и не исключено, что завтра выйдут и будут красть на работе, или будут, может, я никогда не слышал, чтобы грабили людей из-за этого. Потому что ставки высоки, и грабить ради непонятно чего эти люди, как правило, не идут. Но все очень разнится, сложно очень сказать, что больше, что меньше. Из-за алкоголизма убивают огромное количество людей. Я думаю, больше, чем даже наркомания. Наркоман, как правило, убивает в крайнем случае из того, что я, опять же, мог промониторить, даже скорее по ошибке. Алкоголик может убить просто в каком-то состоянии, в каком-то угаре. И это разные вещи. Но, Борис, я не беру старуху-проценщицу и господина Раскольникова, а вот, скажем, семья, в которой три сына. Один наркоман, другой алкоголик, третий игрок. Наркоман украл у отца все деньги для того, чтобы купить себе наркотики. Или те деньги, которые лежали в папином домашнем сейфе.
Тот, который алкоголик, он из маминой шкатулки с драгоценностями забрал две золотые брошки и пропил их. А тот, который игрок, стащил столовое серебро и проиграл полученные на этом деньги. Но все три варианта можно тасовать как угодно. И, да. И переставлять их местами. И игрок вытащит папины деньги, а наркоман заберет серебряные ложки. Это все-таки, в общем, как-то считаю, что равноценные величины. Меня в данном случае интересует вот что. Лечение игромании. Можно ли считать игроманами детей, которые присохли к компьютерным играм, что сейчас очень популярно? Считается ли это ненормальным и подлежит ли это лечению в центре «Феникс»? Все подлежит лечению в центре «Феникс», потому что надо понимать, что такое центр «Феникс». Это реабилитационный центр, это не детокс, где нужно избавиться от симптомов употребления какого-то конкретного вещества. Это лечение проходит от 3 до 6 месяцев. Идеально сказать, это все-таки 6 месяцев. Это разделено на 3 блока по 2 месяца. В каждый вложен определенный инструментарий. За это время мы даем нужный опыт и нужные навыки взаимодействия с этим миром, можно сказать, даже заново, где-то помогаем, если не выстроить. Выстроить, конечно, человека заново невозможно, но помогаем ему как-то восстановиться как личность и научиться жить, и попробовать еще раз. И это не важно, что он делал, или он употреблял наркотики или алкоголь, или он играл в игры. Единственное, что к нам не попадают дети с вот именно зависимостью от игр, просто потому что это еще не так развито, и это все решается немножко на других уровнях. Я знаю, что есть такие центры, я не знаю, если у нас в Израиле. Игроманы тоже очень мало попадают в центр, скорее потому что у них предвзятое отношение к наркоманам и алкоголикам. Они считают, что они другие, так же, как алкоголикам сложно быть с наркоманами. И это гордыня, которая человека просто постоянно отделяет от всех и в попытках найти решение в собственной голове, что, безусловно, невозможно. Это сложности, чисто понимание собственной проблемы. Но, в принципе, если вы как семья понимаете, что есть проблема, и уже это катится бог знает куда, вы можете привести человека, если вы будете прислушаться к нашим рекомендациям, мы беремся лечить, и мы дадим результат, безусловно. Ну, конкретно, вот я папа, у которого сын, и я считаю, что он слишком много времени проводит у компьютера. Настолько много, что это мешает ему развиваться и физически. Он меньше времени уделяет, бегу или спортивным занятиям. И он хуже стал учиться, потому что он полностью сосредоточен на этих страшных играх, где там танк нужно подбить, а ракету куда-нибудь направить в пашню вместо населенного пункта. И я, как папа, прихожу к доктору Борисевичу и говорю: доктор, помогите, ребенок просто гибнет. Что вы папе ответите? Я хочу поговорить с ребенком. Ага. И я хочу узнать предысторию. Каждый второй ребенок играет в игры. Если это переходит какую-то границу, точно так же, как каждый человек когда-то пробует алкоголь, многие пробуют наркотики. Многие люди когда-либо заходили в казино ради интереса. Но не все становятся алкоголиками, наркоманами, игроманами и зависимыми от игр компьютерных. Да? Нужно проследить историю, что человек уже потерял, гоняясь за в зависимости от компьютерных игр. Это вид поведенческой зависимости, то есть человек также управляет веществом под названием дофамин, которое выделяется в
как известно, центральной нервной системой. И наркотик ожидания – все то же самое, что у игромана, что у сексоголиков, зависимых от порно. Это ожидание результата. Я сейчас что-то делаю, я выигрываю, у меня постоянно вот эта игра на нейромедиаторах. Это точно такая же химическая зависимость. Надо смотреть историю, надо смотреть, что уже зависимость забрала, надо смотреть на историю взаимодействия с семьей, какие уже доводы работали, что нет, как это повлияло на психику ребенка и насколько семья готова идти на какие шаги. То есть нужно составлять карту дорог. Но все возможно. Хорошо, доктор. Но к вам обращаются родители самых разных детей, как вы уже сказали, самых разных социальных категорий. И дети миллионеров, и дети среднего класса, и дети, ну, я не знаю, насколько безработные, но, так сказать, родителей с достатком ниже определенной степени преуспеяния. Все это так. Можно ли считать ваш центр, центр «Феникс», ведущим, по крайней мере, в Израиле, психотерапевтическим учреждением подобного профиля? Да, безусловно, можно назвать его ведущим, и я скажу даже по каким критериям. Комфортное место пребывания, безусловно. Но большая проблема в реабилитации зависимости любых мастей – это люди, которые в ней работают. Есть миллионы психологов, есть очень мало психологов-аддиктологов. Есть, я думаю, сотни тысяч, миллионы врачей-психиатров, очень мало мудрых наркологов, ориентированных на выздоровление пациента, а не на замену одних субстанций на других. Очень много зависимых, которые мнят о себе, что они сейчас будут спасать жизни, и есть единицы качественных людей по призванию, готовых служить, обучаться профессии и работать, самим выздоравливать, что немаловажно. Вот что делает центр «Феникс», я считаю, одним из ведущих – люди. Можно создать любые… к нам вот приезжают, опять же, американцы и говорят, да я там платил десятки тысяч долларов, да мне там за месяц предоставили прекрасные условия и меню, и шведский стол, и каждый день психолог, и бог знает там что, приплясывали рядом. И за месяц мне дали такое количество информации и такое количество лечения, и что вы тут в подметки мне не годитесь, забывая, что сейчас он сидит со мной опять в реабилитационном центре. И здесь нужно понимать одно. Люди могли создать удивительные какие-то условия, но не учитывали главный факт, что до 3 месяцев человек просто не может вместить в себя больше впечатлений, чем он в себя вмещает. Есть процесс становления, есть законы биохимии организма человека, в которые нельзя обогнать. В каких бы бассейнах вы его ни купали, и сколько психологов бы вокруг вас ни бегали. Это очень тонко настроенная система взаимоотношений, границ внутренних, как поведение группы конструируется. Это очень-очень много факторов. Это постоянная супервизия работников центра, постоянное обучение. Мы в рамках центра уже несколько лет выпускаем, к нам приезжают ребята, раньше вот с Украины, Грузии есть, Латвии, России, обучаться ремеслу консультантского дела. И это сложно, я веду этот курс, вот сейчас вот тоже девушка будет у нас обучаться, это сложно. Это огромное количество теории, но это десятки и сотни часов практики с постоянным мониторингом результатов. Это сложно. Ну, что такое коуч как профессия, я хорошо знаю по своей дочери, которая сейчас только и делает, что заканчивает один семинар, она живет в Берлине, и начинает другой по коучингу.
Вы сказали, что основное количество ваших пациентов – это люди в возрасте от 18 до 45 лет. А до этого мы говорили, да я знал это и раньше, что, в принципе, залогом успеха любого лечения в данном случае все-таки остается желание самого пациента покончить с тем пагубным недугом, который кажется его близким, да и ему самому неизлечимым. Что надо понимать самому, что я качусь вниз куда-то, откуда уже нет возврата. Но очевидно, что чем старше человек становится, тем легче ему осознать вот эту всю пагубу. То есть 18-летнего труднее убедить в том, что больше не надо делать этого, потому что это может плохо кончиться, чем 45-летнего. А как быть с тинейджерами, которым меньше 18? Вот как их убедить в том, что то, что они смотрят по, я не знаю, 12 часов в неделю по телевизору, то, что они слушают на улицах, то, что они иногда видят в своей собственной семье на примере своих родителей, все это нехорошо. Как переубедить вот такого совсем молодого человека? Вы знаете, что самое интересное, нет такого возраста, в который можно убедить человека в чем бы то ни было. Mm-hmm. Тинейджера нельзя убедить, потому что они живут в каких-то собственных мирах. Человека среднего возраста нельзя переубедить, потому что он думает, что у него еще есть время попробовать самому. А пожилому человеку нельзя переубедить, потому что он говорит, что мне уже некуда меняться, уже все поздно. То есть оговорки всегда какие-то будут. Я считаю, что залог удачной реабилитации, он заключается в золотом треугольнике. Есть три составляющие. Это зависимый сам по себе, который уже испытал боль. Боль от непрерывного потребления, от какого-то саморазрушения того или иного толка. Этого достаточно. Для первичной мотивации этого более чем достаточно. Человек стремится к обезболиванию, и он не может убедиться, что сегодня хватит употреблять. Он может убедиться только в том, что еще сегодня нужно обезболиваться. Это миф. Потому что люди говорят, он достиг дна, дно есть в могиле. Другого дна нет. Дно всегда можно пробить. Вторая часть треугольника – это мотивированная семья. Я повторяю, если семья считает, что они не должны выздоравливать, если они не должны образовываться, то есть не смотреть ролики о зависимости, созависимости и разглагольствовать на какие-то высокодуховные темы, а идти, платить деньги за свое образование, за свое выздоровление, то есть брать ответственность. Если этого семья не делает, не ожидайте, что зависимый, расшатанный полностью потреблением, с расшатанной психикой, терзаемым страхами и неуемными желаниями продолжения употреблять, будет более ответственным, чем вы. Ваша безответственность и рождает их деградацию, как минимум подпитывает. Ну и третья сторона – это, безусловно, высокопрофессиональный и, что немаловажно, честный реабилитационный центр, либо терапевт. Но, как правило, терапевт на вольных хлебах имеет меньше шансов добиться успеха, потому что изоляция, как правило, необходима. Вот, я думаю, что важно. Но говорить о каком-то понимании, переубеждении человека, употребляющего в том, что ты сейчас должен меняться, я не вижу в этом никакого смысла. Доктор, время нашей передачи, как всегда, к сожалению, подошло к концу, и мне остается только поблагодарить вас за то, что мы от вас услышали, напомнить нашим слушателям и зрителям о реабилитационном центре «Феникс» в Израиле, координата которого у вас была возможность
возможность записать с нашего экрана. Ну и, конечно, пожелать вам успеха, потому что то, что вы делаете, в последнюю очередь можно назвать бесполезным, а в первую очередь, наверное, может быть для многих единственным выходом из положения, создавшегося для их родных и близких. Ну а я прощаюсь с вами, друзья мои, до следующей встречи на экране. Всего хорошего!